В Калмыкии стартует главное весеннее событие года. Фестиваль тюльпанов 2024 обещает стать одним из самых запоминающихся. Вскоре вся калмыцкая степь покроется дикорастущими цветами, занесенными в Красную книгу. Понаблюдать за цветением приезжают гости не только из самых отдаленных регионов России, но и из других стран. В этом году на фестиваль тюльпанов, который уже традиционно пройдет в течение месяца, приехали и жители Китайской Народной Республики. Гости также посетили опорный вуз республики и достопримечательности нашего региона. Когда я приехал в Россию, я не знал, там сколько там национальностей есть. А когда я сюда приехал, я сразу там увидел, что много лицо азиатские. Я даже не знал, раньше здесь был азиатский, здесь живут. И свои друзья мне рассказали, типа, самые западные азиаты здесь живут. Поэтому очень приятно здесь. Первый день сюда приехал, я еще не успел целый город погулять. Но насколько уже те, кого я с кем-то уже разговаривал, я думал, что Калмыкия хороший город, и люди, которые здесь живут, они добрые, открытые.